Там мы садили балконное чудо. Купали в Леруа Мерлен. Вот такое вот балконное чудо мы ожидаем. Агрикола универсальный для всех видов растений и рассады. В нем уже есть питательные вещества, азот, фосфор, калий. В принципе, неплохой по составу грунт. В районе 300 рублей покупали в Леруа Мерлен. Вот что из себя представляет грунт Агрикола. Он такой достаточно уже рыхлый, воздушный. В принципе, очень хороший. Но мы все равно добавим сюда перлит и вермикулит. Подготовили грунт для пересадки уже подрогших помидор. И мы добавили в него перлит и вермикулит. Вот посмотрите, какая вот структура очень рассыпчатая получилась. Идеальная для развития растения. Как у нас выглядит наша рассада? Мы 21 ноября посадили эти томаты. 9 декабря мы их пикировали. И вот они уже вот так вот подросли. Всего они будут 30-40 сантиметров. И, по-моему, их уже пора пересаживать в горшок побольше. Будем пересаживать в 5-литровый горшок. Заказали мы их на Вайлдберрисе. Сейчас подготовим землю и будем пересаживать. Также добавим цион для овощей немножечко, чтобы он был ближе к корням, так растение проще переживет пересадку. Немножечко здесь на этом месте разрыхлим. Сейчас покажу, как мы обычно пересаживаем растения. На мой взгляд, очень удобно. Мы ставим наш текущий горшочек с растением, и вокруг него засыпем землю, потом просто достанем горшок. И у нас уже будет идеально сформированная лунка для дальнейшего растения. Сейчас покажу. Вам кажется, что мы достанем растение и все осыпется, но нет. Мы достаем его, и вот у нас идеальное место для посадки. Сейчас наша задача только остается пролить наше растение немножечко, чтобы корни не рассыпались вместе с землей. Чтобы была более плотная почва. Здесь такая влажная. Мы переворачиваем, как обычно. Помогаем немножечко растению выйти. И теперь аккуратно помещаем наше растение в уже подготовленную лунку. Вот такой вот огород на подоконнике у нас получился. Мы уже пересадили наши томаты, сейчас осталось их только полить и будем ждать урожай.